Друзья, если почитать комментарии под видео на нашем канале, к примеру, или вообще в соцсетях, то мы увидим, что у нас в стране, в России образовался глубинный народ нытиков. Нытиков и всепропальщиков, которые с утра до вечера только и пишут: все пропало, страну разворовали, и ничего хорошего нет, и ничего хорошего и не предвидится. Завтра будет война, и мы все погибнем. Никто не спорит, что 30 лет назад страна после великой капиталистической революции, произошедшей в нашей стране, попала под внешнее управление, из-под которого мы сейчас очень резко выходим. Мы, я имею в виду Россия. Вот. Ну и мы решили остановиться на этой теме, и ее предложил Валентин Игоревич Назаров, вы его уже знаете, профессор, доктор наук. Он предложил тему «Ответ всепропальщикам». Вот. Хочу сказать следующее. Всепропальщики, они от сотворения мира были. Вот археологи там раскапывают различные там шумерские, вавилонские эти таблички. Слово в слово все то же самое. Все пропало, страну разворовали, молодежь не уважает стариков, завтра будет война, и мы все погибнем. Поэтому ничего нового в этом мире нет, и тем не менее мы решили остановиться на этой теме. Валентин Игоревич, вам слово. Ответ всепропальщикам. Ответ очень простой. После Нового года, когда были праздники, были новогодние сказки, было хорошо, и салат мы доели, и сказки кончились, и вопрос, как жить дальше будем. Поэтому вопрос сейчас оглянуться по сторонам и выбрать, собственно говоря, план действий, куда идем, что делать. Что взрослым мужчинам и прекрасным женщинам делать надлежит? Вот как раз уныние, как грех смертельный, он нам не присущ, ни народу нашему, ни нам с вами лично. Вот. А уж самые слабые, которые кричат «Майдан», «Бандугеть», это вот мы видим на примере соседей, когда от Майдана к Майдану все хуже, хуже и хуже. Это не наш путь. Мы такого не хотим. Разрушение самой ткани государственного общественного устройства – это совершенно не то, что мы хотим. И даже те, кто ходил на Майдан, и они сами этого не хотели и не предвидели. И нам такого добра не надо. Поэтому их пример другим наукой, а нам-то что делать? Когда действительно страна истекает капиталами, когда основные фонды в основной массе своей принадлежит уже не россиянам, целые отрасли уже либо уничтожены, либо прекратили что, либо уже не в руках россиян, и огромная масса людей сегодня живет, ну, скажем, весьма небогато, и ситуация эта не улучшается. Я в предыдущем ролике, значит, я рассказывал о конференциях Российской академии наук, где лучшие наши экономисты, они констатировали, что без стратегии развития продолжать вот эту существующую структуру нашей экономики, это бессмысленное дело. Дело в том, что Россия отстает от темпов мирового развития. Она на 98-м месте по темпам развития и на 49-м месте по ВВП на душу населения по паритету покупательной способности. Это недопустимо. У нас есть 42 национальные цели, обозначенные президентом. У нас есть национальные проекты, есть отраслевые программы. Так вот, чтобы это все случилось, должно быть 8-10% роста ВВП в год. Этого нет ничего. Потому что этот рост должен быть при 16-17% роста в основной капитал. Этого нет ничего. Инвестиции в основной капитал сегодня, в основном это сами предприятия, и этого явно недостаточно. Это категорически, это значительно меньше, чем в среднем по миру, и даже, а особенно среди развитых и быстро развивающихся стран. Значит, доля иностранного участия 0,2 от 1% явно недостаточно. Хватит нам ждать вот этих, это все сказки, это все, которые должны уйти вместе с новогодними сказками, уповать и ждать счастья от этого бессмысленно. И вот это я вам излагаю факты. Другое дело, что разные люди будут делать разные выводы.
разные люди делают разные выводы из этих. Одни кричат, все пропало, другие говорят, другие настоящие мужики и прекрасные женщины, на которых испокон века наша Родина держалась. Они решают, а что делать-то дальше? А дальше все очень просто. Вот этот вот самый социально-экономический уклад, который не способен удержать ситуацию, он не способен держать экономическую ситуацию, социальную ситуацию, и ситуация не лучше, ухудшается, о чем сказала в своем докладе в Госдуме председатель Центробанка Набиуллина, которая сказала, что все темпы инфляции выше в два раза, а прогнозы развития никак не оправдываются, что они хотели, в разы не оправдываются. Так вот, еще раз говорю, это объективный закон природы. На смену неэффективной экономии, вот этому социально-экономическому устройству, объективно должен прийти новый эффективный социально-экономический уклад. Если мы с вами его сегодня не сделаем, то нам будет навязано что-то другое. И будет история, неумолимая история. Она вычеркивает из своих списков те народы, которые не находят ответа на эти вызовы. И точно так же вот, значит, Великая Византия и Константинополь стал Стамбулом. Так вот, нам, наша задача сегодня, нашего поколения, это вот ответить на этот вызов, найти вот этот выход. Не кричать «все пропало» и «банду геть», а именно вот найти конструктивный выход. И он есть сегодня, он сегодня есть. Я об этом говорю, поскольку я и профессор, и производственник, я это лично испытал своей шкурой, я производственник, еще раз говорю. Мы видели это на примерах губернатора Белгородского Савченко, Иркутского Левченко, Калужского Артамонова. Мы видели этот, примеры эти в сталинской модернизации. Сталин, который дал нам вот этот пример, но он не оставил систему. И вот наша задача сегодня, нашего поколения, как раз вот этот пример, вот эти примеры, их сделать системой, оставить нашим детям, потомкам, внукам систему эффективного, динамичного развития. Это будет опять индустриализация, это будет опять русское чудо, которое испокон века подымало нашу Родину. Так вот, что же нам делать, куда я вас призываю? Так вот, сегодня как раз вопрос, что делать патриотам? Вот те, кто действительно озабочен судьбой Родины, это патриоты. Это истинная элита. Это элита не от того, что этих людей назначили на должности, а это элита от того, что они думают о будущем. Это чистая биология. Когда из массы особей выделяются те, кто думает о будущем. Это те, кто ведут клин журавлей. Вы понимаете, я вам расскажу, что вот как мне доктор биологии объяснял. Если, говорит, застрелить того, кто ведет клин, на его место станет другой. Застрелить этого, станет третий. И так будет до конца. Обстоятельства заставляют становиться вот людей ответственными за целое. Вот сейчас эти обстоятельства наступили. И наша задача не в панику впадать, не в разрушение, не в деструкцию, а именно собраться как пружина и выстрелить вот этим самым русским чудом в будущее. Так вот, что же сейчас, какая сейчас задача? Задача сейчас патриотов сегодня фактически идти во власть и становиться властью. Не через кровь, не через революцию Майдан, не через насилие, а именно через конструктив, через созидание. Почему? Да потому что у нас с вами вот эта самая вертикаль власти, вот этот весь аппарат государственный, он лишен стратегии. Они объяснить людям, даже на выборах они не могут объяснить, какую же Россию они строят. Что будет дальше? Даже вот эти даже 40, еще раз говорю, эти 42 национальных цели, они не подкреплены никакими экономическими механизмами. Они просто декларированы как вот это самое направление. А чем это все сделать, красоту-то? Так вот, сегодня на самом деле смысл моего ролика как раз дать вам содержание. Вот наполнить его предметностью, все эти лозунги наполнить предметностью. Так вот, в чем состоит предметность? Предметность состоит в том, что мы с вами, патриоты, да, мы носители действительно целевого вектора развития. Не просто бабло рубить, вот как сейчас, вот главный лозунг современного
современного сегодня устройства, вообще это просто рубим бабло и не думаем о завтра вообще. Вот нисколько. Так вот, мы с вами отличаемся выгодно тем, что мы носители стратегии. Мы ответственности за наших детей, за наших внуков, будущее за наше. Так вот, это что означает? Что через нас вот эта власть должна обрести стратегию развития, нашу стратегию, не олигархическую, не внешнюю привнесенную стратегию от каких-то там умников, там, от этих мировых, этих, кто там вынашивает планы. Нашу, которая исконно идет из глубины веков, этот русский мир, который сформирован по мировоззренческим основаниям русского народа, государствообразующего народа, как написано в 68-й статье действующей Конституции. Так вот, этот самый русский мир сегодня, несущий стратегию развития, он должен быть основан, и он будет основан на раскрытии потенциала каждого человека. Каждого. Это что означает? Это означает, что нужно перейти от этой рыночной суматохи, от упования на приход инвестора. Нужно переходить на то, что люди перестают ждать чуда. Они очнутся от этой спячки. Они начинают обращаться к власти, которая лишена стратегии, и говорить: родная власть, мы с тобой... Ты никакая, ты просто инструмент, ты просто инструмент. Так вот, исполни волю народа. А воля народа состоит в том, что он хочет воспроизводить себя в поколениях. Он не хочет умирать, он хочет воспроизводить себя в поколениях. Так вот, это что означает? Что мы хотим программно-целевого развития, основанного на воспроизводстве народа. Не на обогащении кучки людей, не на диктатуре там пролетариата, там художников, еще кого бы то ни было, а именно на воспроизводстве народа. Это значит, что нужно людям, вот живущим в селе, в деревне, где угодно, значит, нужно с коллективным обращением обращаться во всю эту вертикаль власти через своих депутатов, через поселковых, районных, областных. Обращаться к чиновникам, обращаться к губернаторам, которые олицетворяют государственную власть в регионе. Никакой губернатор не имеет права игнорировать коллективное обращение граждан. Индивидуальные обращения не имеют никакого смысла. Никакого смысла. Они скажут: чего пришел, ты мешаешь работать. Но отказаться от коллективного обращения граждан они не имеют права. Потому что такое коллективное обращение пойдет выше, в администрацию президента, и такие губернаторы и чиновники будут сменены мгновенно. Потому что никому не нужен второй Хабаровск. Никому не нужно, чтобы котел вскипал в то время, когда у нас, по оценкам РАНХИКС, всего 7% это у нас средний класс, а 93% это все, что ниже среднего класса. В этих обстоятельствах самое главное – это социальный мир, это не раскачивает лодку. Еще раз повторяю, вы силы своей не знаете, люди. Вы просто не знаете сил. Коллективное обращение граждан – это... И не надо мне писать, кстати, потом в комментариях, что я вас отправляю каким-то депутатам, которых вы не видите. Это я вам выбрал этих депутатов. Это я вам их выбрал. Это я ответственный, что вы не умеете разговаривать с чиновниками. Что вы не можете обратиться к губернатору. Не так, чтобы как оскорбительно или а конструктивно, по-деловому. Так вот, я и даю вам этот смысл, содержание. С чем обращаться? Нужно обращаться предметно. Еще раз повторяю, административная власть пуста. Она, в ней отсутствует стратегия. Носителями стратегии является народ, который хочет жить, хочет продолжать себя в детях. Это и есть главная стратегия бытия. Так вот, несите ее, явите эту волю народа, а не лежите на диване и не пишите мне комментарии, что я вас к чему-то призываю. Еще раз повторяю, я человек, который все делал своими руками, что говорил. Я и об этом говорю, что сейчас вот как раз разделяется на мужиков, которые будут делать, и те, которые никогда ничего делать не будут, а у которых все всегда виноваты. Так вот, еще раз повторяю, Россия всегда держалась на людях, которые дело делали. Так вот, еще раз говорю, сейчас настало время патриотам входить во власть и становиться этой властью. Так вот,
чему нужно, о чем нужно просить и чиновников, и депутатов, и обращаться к губернатору любезно, учтиво, без всякой конфронтации, без всяких ультиматумов. А что, о чем нужно говорить? Нужно говорить вот о чем, что уважаемые друзья, коллеги, соратники, мы с вами в одной лодке, у нас с вами одна родина. Нам с вами нужно перейти из неэффективного социально-экономического устройства в эффективное. Какое такое эффективное социально-экономическое устройство? Там, где мы поднимаем все природные ресурсы, на 100% начинаем их использовать, где мы начинаем на 100% использовать средства производства, создавая единый хозяйственный комплекс, куда мы вписываем все частников, вписываем там корпорации, все они. Вы силы своей не знаете, вы не понимаете, что даже закон, принятый на уровне области, он будет первичен по отношению к любой международной корпорации. Вы устанавливаете правила на своей территории, вы в своем праве. Вы устанавливаете ваш законодательный акт любой области, он носит форму государственного закона. У нас государство уже двух уровней, федеральное и региональное. Что мешает вам принять программу интенсивного развития и ограничить вот это самое, значит, алчность всех этих монополий, которые высасывают сегодня весь прибавочный продукт из регионов и из страны в целом? Ничто вам не мешает, кроме вашей лени, кроме вашего неверия в то, что вы народ, что вы сила, что вы можете управлять этой бездуховной, бессмысленной вот этой самой вертикалью власти, которая лишена стратегии. Еще раз вам повторяю, стратегию несет только один субъект истории – народ. Он субъектен. Так вот, если люди, коллективно обращаясь и предметно говоря о том, что мы с вами в одной лодке, давайте сделаем программу интенсивного развития, основанную на том, что мы хотим 100% использовать природные ресурсы, средства производства, человеческий капитал и финансы. Потому что ни одно из этих факторов производства общественного не используется сегодня надлежащим образом. Сегодня сложилась ситуация. Как она сложилась? У нас есть золотовалютные резервы, которые срочно надо возвращать в страну, а их некуда вкладывать. Нету этих программ, не создали мы этих программ. Вот эти все фонды национального благосостояния, их же надо убирать из долларовой зоны, пока их там не арестовали. Их вот сейчас возможность, мы вторую Россию можем на нее отстроить. Вы поймите, сколько заводов, фабрик, продуктивного скота, породистой птицы, машин, механизмов, технологий. Мы все это можем купить. Пусть не в Америке, пусть не в Европе, в Китае, в Корее. Пожалуйста, весь ширпотреб Юго-Восточной Азии, пожалуйста. Разверните все это туда. Но программы-то нету. Народ сидит, молчит. Поймите, программы нету, коллективных обращений нету. Люди все ждут, что это... Да, это 74 года советской власти приучили. Молчи, дурак, за тебя в райкоме все подумали. Когда эти самые инструктора были царь и бог, а все люди, значит, соглашались с мнением президиума. Вот сейчас другое настало время, когда же каждый человек отвечает за себя и за родину, и за своих детей. Вот. Вот какое у нас сейчас время. Так вот в этой программе, в такой программе, вот она для чего создается? Для того, чтобы обуздать капитализм, обуздать алчные интересы всех. Вот вы говорите, социальное неравенство и все прочее. Так введите вот эти самые налоги, как хотя бы как во Франции, хотя бы как, напоминаю вам, в Америке в 1932 году подоходный налог 92% на богатых людей был. Что нам мешает сделать так, как, допустим, на Западе? А вот эти самые депутаты, которых вы навыбирали, которые вы навыбирали, не я их выбрал вам, вы их навыбирали. И вы не можете разговаривать нормально с чиновниками и с вашими губернаторами, и в этом не я виноват. Я лишь вам даю предметность. Нужно приходить с конструктивным предложением о том, что мы вместе строим будущее,
у нас общее будущее, у нас общая родина, у нас общее государство. И государство, кстати, является достоянием нашего народа. И никому нельзя позволять разламывать его. Посмотрите, что на Украине получилось. Ни в коем случае такого допускать нельзя. Никакой конфронтации. Еще раз говорю, вот мы носители с вами будущего, будущей системы русского мира. Это эффективная социально-экономическая система. Вот. Прошу не писать мне дебильных этих, значит, комментариев, что я вас отсылаю куда-то. Еще раз повторяю, я обращаюсь к взрослым ответственным мужикам и прекрасным женщинам. Вот. А комментарии дебилов я не буду воспринимать даже. Спасибо. Валентин Игоревич, не переживай. Комментарии дебилов, которые переходят красную линию и высказывают неуважение к нашим гостям, мы удаляем. И я хочу сказать следующее. Советский Союз, во многом, много причин, почему он исчез в 1991 году, но одна, мое мнение, одна из причин о том, что не хватало мужской агрессии. Агрессии в дословном переводе – это идти к чему-то. Да, и мужики в Советском Союзе, они, вот не хватало им вот этого и мужского начала. А сейчас в стране то же самое, не хватает мужского начала. Вот все, что ты сейчас говорил, это прежде всего, я считаю, обращение к мужчинам, которые лежат на диване, которые опустили крылья, которые... Они опустили крылья не потому, что у них нет энергии и тому подобное, они не знают, что делать, просто не знают. И... добавление такое, власть на всех уровнях, нужно не просить сделать то-то, 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 а заставлять. Ну, вот на конкретном примере, да, берем какой-нибудь районный город, вот просто районный город и где-нибудь там вот разбитая дорога. Есть 100 мужиков именно, женщин, потому что, ну, что, ну, посмотрят на них и с ними поговорят, они, души у них добрые, они и... Просто встали около, ну где там, есть там какие-то ямы, ухабы, что машины проехать не могут. Вот если просто 100 мужиков, просто на обочине, просто вот встанут и просто постоят час, через 30 минут власть уже будет знать, что что-то не то. Молча, не нужно обращаться, не нужно писать, отремонтировать дорогу. Просто молча постоять час. И власть это, все это сделает. Потому что ты абсолютно правильно сказал. Ни на каком уровне, ни губернатору, ни мэру каких-то районных городов им абсолютно не нужен этот геморрой, потому что верховная власть российская в секунду, помня Хабаровск, мгновенно его снимет с работы. И власть нужно заставлять делать то, за что она получает заработную плату. Потому что губернатор, ну как ты к нему придешь? Ну придешь, что ты его будешь просить? Отремонтируй дорогу. Ну он же не понимает этого языка. Ну он понимает как человек, но как губернатор это ему нужно. Там какие-то там пакет документов, та-та-та-та-та, чтобы он дал распоряжение и там, то есть его, так сказать, побудить. Но если часть народа встанет на этой дороге или там начнут там, как это вот иногда по видео показывает, начинает на переходе переходить туда-сюда, туда-сюда. Власть на следующий день отремонтирует. Да, слушаю. Я как раз хочу вас упредить, что не нужно мелочиться, там не вопрос не о дороге. Значит, говорить с властью надо о главном. Вы носители стратегии, они ее лишены. Так вот, ваш козырный туз – это стратегия. Говорите о том, что мы делаем программу развития. Что такое программа развития? Просто люди не понимают. Программа развития, значит, с одной стороны, вы закладываете туда все социальные свои хотелки, желания, мечты, надежды, чтобы было жилье, там, продуктовая корзина, медицина, спорт, культура, образование. Вот, у вас в 10 раз бюджет, вы больше, чем бюджет. А с другой стороны, вы заложите, какие заводы, фабрики, какой скот, продуктивную птицу вы сможете здесь для того, чтобы развести, чтобы вот это все окупить. Мы должны жить более интенсивно, чем сейчас. Мы должны, вот как в Голландии, как в Германии, там производство на одного работника, там огромная товарная масса. Вниз, еще раз повторяю, 48-е место мы занимаем по ВВП на душу населения. Мы должны срочно оснастить себя основными фондами. Это не дорога, это не ремонт дороги, это заводы, фабрики. Еще раз повторяю. Надо возвращать вот эти заграничные активы, и наши, и корпоративные, и государственные, все возвращать в страну, строить, отстраивать вторую страну. Индустриализация нужна вторая, еще раз вам повторяю.
темпы были у Сталина до 17% в год. Никто не повторил этих темпов. Мы должны сейчас с вами повторить. Мы не дорогу ремонтировать будем. Мы новую Россию строить будем. Заводы, фабрики, срочно все, везде. Мы обязаны жить богато, зажиточно, чтобы творчество раскрывалось у каждого людей, чтобы не о жратве мы думали, не о том, чем ребенка. Вот, а именно о будущем работали. Еще раз повторяю, не мелочитесь. У вас козырный туз – это то, что вы носители стратегии. Делать надо программу развития. Самостоятельно люди ее сделать не могут. Для этого нужен волшебный пендель губернатора. У него целый аппарат там есть. На зарплате это не стоит ни копейки. У них есть все эти госплановские наработки, районирование. Это все поднять нужно из архивов. И посмотреть, какие природные ресурсы, как можно вот на это богатство природное накладываем современные технологии и получаем огромную товарную. Вот я лично такую корпорацию создавал, 14,5 лет управлял ею. И вот такой результат получается. Еще раз вам говорю. И за это Нобелевская премия в 1973 году. Вась Леонтьев получил, кстати говоря. Это все наше достижение. Мы что не хотим это опять сделать-то? Мы почему это не ремонт дороги? Мы новую Россию должны построить. Еще раз говорю, программу делайте, развитие, где все ваши желания, мечты, чаяния, все закреплены, где вот все расписано, где все гастарбайтерам, всем инвесторам внешним, вот свои сектора указаны, а вы народ хозяин. Не агрохолдинги хозяева, а вы хозяева. Ну вы почему же не голосуете за это? Вы чего же родину-то отдаете-то? Просто так отдаете. Ну нельзя же так. Все. Все. Так а с чего начать-то? С чего начать? Отвечать. Секунду. Это вопрос риторический. С чего начать? Как активным мужикам, которые лежат на диване и не знают, с чего начать, как спасать свою родину и строить вторую Россию, с чего им начать? А начать им нужно со следующего. Им нужно объединиться. Им нужно создать какую-то площадку, где они встречаются, ну, типа школа здравого смысла в какой-то там губернии, да, в какой-то области, где они могут общаться между собой, где ищущие, умеющие, знающие могут составить план развития своей области. Поэтому нужно начинать с поиска. А что там искать? Господи, все друг друга знают, по крайней мере, в районных городах, так это точно. И только после этого, уже коллективно обсудив, уже заставлять власть на всех уровнях делать то, что считается нужным. Безусловно, дело не только в дороге. Конечно, не только в дороге. Площадка такая есть по всей стране. Называется «Вертикаль представительной власти». Это ваши депутаты. Это вы их выбрали. Вот будьте любезны, среди них есть ваши друзья, родственники, знакомые. Вот на их площадках собирайтесь, проводите парламентские слушания в поселковом совете, в районном совете, в областной думе. Собирайтесь, возьмите ключи там от какого-то комнаты, соберитесь и поговорите. Нам чего не хватает? Мы почему не хотим, чтобы к нам пришли миллиарды долларов, мы построили здесь заводы не для внешних инвесторов, а для своих, вот для того, чтобы мы жили здесь хорошо. Еще раз говорю, по программе развития вся эта прибыль заворачивается не в офшор, а сюда, для людей. Вы что не хотите-то этого? Вы хотят, да хотят, люди хотят. Они не знают, что делать, как это делать. Все хотят. Что ты за советскую власть агитируешь? Мы за советскую власть изначально. Повторяю, родные мои, ничего сильнее коллективного обращения граждан нету. Коллективное обращение. Если вас не слышит депутат, а он не имеет права не слушать своих избирателей, обращайтесь выше. И учтиво, без всякой конфронтации, без всяких, значит, угроз. Если вы учтиво и конструктивно обращаетесь, не имеет права губернатор с вами не разговаривать. Не снимут его с должности. Еще раз повторяю, они готовы разговаривать. Они же не враги. Они же не марсиане какие, не рептилоиды. Еще раз вам повторяю, просто они не видят конструктива, они не понимают, что вы хотите. Вот, а вы все как не можете выразить предметно, что вам надо. Я вам повторяю, такая предметность есть. Она состоит в программном целевом
в развитии, создавайте программы интенсивного развития, чтобы вот у вас маленький бюджет, не смотрите на него, вообще забудьте про него, делайте программу рядом, это другие деньги, это совершенно другие деньги, это не бюджетные, ни одной копейки бюджетных денег не будет здесь. Это коммерческие деньги, вот тот же фонд национального благосостояния. Это сейчас он в долларах лежит, а будет он конвертирован в заводы, в фабрики, в продуктивный скот. Это тот же самый доходный актив сохранения бюджетных денег. Не бюджетных, а государственных денег фонда национального благосостояния. Это форма сохранения капитала, это коммерческий капитал, поймите меня. Это не то, что тратится бюджетом безвозвратно, а то, что накапливается и приумножается. Вот я руководил такой корпорацией, где накапливалось национальное, государственное, общественное достояние и приумножалось. Мы об этом говорим. В этом суть русского механизма, русского чуда. Друзья, программы развития. Друзья, вы поняли, что самый сложный и трудный шаг – это первый. Поэтому обращаемся к мужикам. Поднимите свои задницы с диванов, посмотрите. Вы должны понять следующее. Если у вас кто-то нагадил в подъезде, то Путин, президент России, не придет, у вас в подъезде не уберет. Это однозначно. Поверьте, просто вот нам поверьте. Да, поэтому, значит, делайте первый шаг, смотрите все, что вокруг вас нужно менять в лучшую сторону. Второе. Ищите своих соратников, единомышленников, товарищей, объединять. Это вообще вопрос 1-2-3 дней. Смотрите уже в масштабах района, если вы в районном городе, в масштабах области, если вы живете в области. И заставляйте власть, именно заставляйте власть делать то, за что она получает заработную плату. Валентин Игоревич, большое спасибо. Рада встрече. И, кстати говоря, я соратники, тоже соратники. Вот лично ко мне обращайтесь. Всем буду помогать, пока живой. Ура. Ура. До новых встреч.